Иерусалим, Отец, сущий на небесах, да святится имя Твое. Благословен собравший нас вместе, как птица птенцов, собирай. Ты собрал нас вместе под крыльями своими. Благословен Ты, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, за все и благословляю великое имя Твое в собрании святых. Слава Тебе и хвала. Твой огонь святой горит в сердцах наших. Господь, наши сердца горят любовью, Господь, этой святой. Твоей любовью, слава Тебе. Благословенный Бог наш. И благословен народ Твой, благословенно Царство Твое, благословен народ, у которого Ты, Господь, есть Бог. И мы тот народ, у которого Ты, Господь, есть Бог. Мы те люди, у которых Ты, великий Творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Есть Бог наш. Слава Тебе и хвала. За силу воскресения, за силу, Господь, Твоего святого огня. Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому, безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресение Твое прославляем. Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое прославляем. Придите все, Святому Христову воскресению, ибо пришла через крест радость всему миру. Милости.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аплодисменты воскресшему и живому Спасителю нашему Иисусу Христу! А пусть брат, поднимай маленько. Слава Богу! Спасибо, Господь, спасибо! Давно не пьем, так его попробуем. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! О, ес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! О, ес! О, ес! Христос воскрес! А ты воскрес! А я воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос! Аллилуйя! И я жил во тьме греховной! Я жил во тьме греховной! Был Богом себе сам! Но Иисус воскресший, Иисус воскресший, себе меня призвал, себе меня призвал. Теперь живу я с Богом, теперь живу я с Богом, свободным от греха, свободным от греха. Иисус Христос воскресший, Иисус Христос воскресший, Он праведность моя, Он праведность еще моя. Раз. Он праведность моя. Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес! Я жил во тьме греховной, был Богом себе сам, но Иисус воскресший к себе меня призвал. Теперь живу я с Богом, свободным от греха. Иисус Христос воскресший! Он праведность моя! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! О, ес! И я воскрес, а ты воскрес! Христос воскрес! Аплодисменты воскресшему Спасителю! Христос воскрес! И Он живой! Аминь! Аминь! Аллилуйя! Да, спасибо певчим музыкантам! Присаживайтесь, возлюбленные друзья, братья, сестры, слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давно не пробовал так петь, но мне нравится. Слава Богу. Я уже не рэпер, но учусь только. Не, просто это вообще не мой стиль, честно говоря. Но я другие музыкальные, будем так говорить, предпочитаю другую культуру музыкальную. Но однажды я ехал в Тулу, и автобус такой не очень хороший, не очень комфортный. Вообще не комфортный. Если честно говоря, пережитка еще с Одессы, вот, и, ну, ладно, и как бы, думаю, надо же, ну, зря я поехал, наверное, надо подождать еще другой автобус, как бы, найти, значит, там, или машину, но чтобы нормально было. Но самое интересное, я тебе благодарен Богу за этот плохой автобус, потому что он ехал так, в Искоряку, но как-то вот, пока он ехал, и пока все это, так вот, не было, как, что-то негодование какое-то, знаете ли, под этот ритм родилась вот эта вот, ну, там еще другие стихи я записал еще, там их много записал, и я думаю, я не рэпер, ну, попробую, думаю, ладно, с печенью такое, Христос воскрес, а я так, пока ехал в автобус, я так мурлыкал, Христос воскрес, думаю, о, ес, точно, и давай записывать это все, ну, и так вот родились стихи такие, вот, а потом, когда в Туле как раз была в парке там евангелизация, а я ехал на евангелизацию туда,
Сейчас я живу в Туле, а тогда еще ну, просто в гости приезжал. И вот, значит, и там, прям в парке, это было лет 10, наверное, может больше даже назад. И в парке прям сделали евангелизацию на сцене. И, значит, я там слово сказал, ну и думаю, надо спеть, раз эти стихи родились по дороге. Братик сказал, значит, они там подыграли это рэп, ну и вот дебютировал, как рэпер, батюшка, интересно. Меня там раскритиковали потом, правда, нашлось много, не, молодежь была довольна, но ушах там стояла в парке, там и неверующие там стояли, подошли все там это, с пивом, с сигаретами, потом так кричали, Христос воскрес! Думаю, здорово, классно. Вот. А потом нашлось много злопыхателей из местной епархии православных традиционных священников, написали там всякие пасхи, вот там рэпер, батюшка. А теперь лавры мои не дают им покоя, вот, и теперь в православной там епархии проводятся рэп какие-то там эти состязания православные, представляете? То есть, как бы, надо было кому-то начать, одним словом. Ну, и, в общем-то, я-то начал, а они продолжили, представляете? Прямо в храме там сейчас вот читают рэп, вот это да. Ну, а я еще сказал там пару ласковых там в парке, прям, что говорю, рэп это не совсем как бы, ну, мое, но в принципе очень похоже на православную культуру. Знаете, когда там в храме там речитатив, да? Ну, можно там музыку наложить, в принципе, очень похоже будет на рэп, да. Вот не он Иисус, Моисея, вот не он Иисус, Запад. Короче, можно так с музыкой, это будет интересно, думаю. Да, ладно, я, в общем, не об этом сегодня проповедую, совсем не об этом даже, но... Мне нравятся слова Мартина Лютера, немецкого реформатора. Он, кстати, был певцом. Да? Мало кто знает, он был музыкантом, певцом. Кстати, его музыкальная революция, но его можно сравнить, наверное, с Элвисом. Он был король того времени музыки, будем так говорить. Кстати, музыкальная реформация, даже враги реформации, даже те, кто были там, ну, контрреформаторы в то время, в 16 веке, официально даже признавали заслуги Лютера именно в деле музыкального там, как бы такого, ну, просвещения, что ли, народов. Вот, германских народов однозначно. Знаменитые немецкие хоралы, это же все Лютера, детище. То есть он взял вот эти вот народные старые немецкие песни, знаете ли, и наложил там, ну, видоизменил немного их, христианские там, ну, получились гимны, на старые мотивы. И поэтому даже и новые рождались мотивы, и поэтому даже пели, что в полях мужики немецкие, значит, на этом, как бы, ну, перекуры их, да, немецкие, вот, или как там их назвать, это было, ну, это словом, отдых между работами полевыми, и они пели эти гимны, представляете? И даже в истории музыки есть такой интересный факт, я не музыкант, но интересовался просто этим моментом, тем более, что меня приглашали в музыкальные школы некоторые, я художник вообще-то по своей специальности, я не музыкант, то есть моя, как бы, будем говорить, мой язык это кисти, краски, холсты, вот чем я могу выражать себя, но у меня всегда много друзей было музыкантов, и меня приглашали в музыкальные школы некоторые христианские. И история христианства, история музыки в христианстве, история прославления, вот как бы, и от древнейших времен еще Моисеевых самых, вот даже немножко до того, из Бытия книги даже, есть некоторые моменты, на которые внимание обычно не обращают христиане, но там как раз именно о прославлении, о музыке, и это потрясающе. В оригинальном еврейском тексте имею в виду, в синодальном там, к сожалению, это упущено. Но ладно. Я не о том. И вот в истории музыки Лютер стал реформатором, да, и заслуга еще в том, что во многом идеи реформации продвинулись за счет именно вот, музыки, за счет прославления. Так вот, и Лютер говорил, одна из вот таких цитат, вот, у него многие книги, они разошлись на цитаты. Он, если бы он был бы нашим современником, то там, не знаю, там Инстаграм бы он взорвал и все другие эти. Вот, Твиттер он там, наверное, пользовался бы, будь здоров как. Он короткие такие мысли высказывал, очень интересные, которые люди даже проповеди все забывали, как бы, да, вот эти цитаты, они передавали из уст в уста. И вот благодаря этим цитатам идеи, главные идеи реформации, они по всей Германии распространились, и даже за пределами Германии. Вот. Так вот, и одна из его цитат известных, он говорил проповедь, я, кстати, проповедь тоже не помню, а вот цитату помню.
Он еще сказал, для дьявола ничего страшнее нет, чем поющий христианин. Ну там в контексте проповеди имелось в виду воспевающий Бога, вот именно воспаляющий Творца. Он там брал примеры из Ветхого Завета, ну как бы когда там воспаление было Бога в храме там, вот и не только. Вот, и новозаветный пример, конечно, когда там Павла и Силу, да, наших братьев там избили, унизили, оскорбили, бросили в темницу, как бы и все. Вот, казалось бы, да, неопределенность такая впереди, но братья не унывали. Может, вначале подуныли, не знаю, как там, историю молчали. Но, по крайней мере, уже когда была ночь, уже они славили Бога, они пели, они славили Бога, и даже, видимо, пели так старательно, что даже другие узники, но явно неверующие, то есть сидели явно там такие, может быть, завсегдатаи даже таких заведений, но они все слушали эти песни, да, спасибо. Они слушали эти песни, им нравилось, вот они, видимо, как-то внутри, ну, соглашались как-то, может быть, разделяли. Может, они вряд ли там сами пили что-то, но, по крайней мере, солидарность какую-то проявляли. И вот когда было чудо, земля потряслась, темницы там распахнулись, там, да, и у них узы ослабели. Интересно, что у всех, не только у Павла и Силы, да, а еще у других там людей, которые были там с ними в тюрьме. Так Павел Сил, наши братья сидели там за веру, а эти просто, ну, были там наверняка там какими-то душегубами, там, не знаю, ворами, там, вот, злостными там алименщиками, не знаю. Одним словом, как, какие-то там сидели явно, ну, нехорошие люди по нехорошим делам. Вот, но самое интересное, я так понимаю, когда мы славим Бога, да, то не только какие-то узы ослабевают у нас, да, но и у тех, кто слушает нас, у них тоже что-то ослабевает, какие-то узы у них тоже. Падают какие-то там, какие-то двери открываются, которые, может быть, были закрыты, да? Вот, и, как говорится, свобода, радостно, ухода. Так что, слава Богу. Вот, вот, и, друзья, да, спасибо, что возможность есть такая у меня, значит, выйти в эфир. Кто онлайн, там есть кто-то онлайн еще? Да. Да, вот. Вот, мои должны подключиться, подключались, надеюсь, они еще продолжили. Насчет просмотра. Но по-любому я передаю привет от них, от всех, от своей супруги, вот, от значит, наших шестерых детишек, вот, да, от двух внуков, трех котов, короче, от всех наших. Обычно, когда смотрят трансляции, коты тоже все рассаживаются, тоже смотрят хозяина, как бы было. Да, я помню мультик, кстати, смотрели мультик такой, очень классный французский мультик, один из таких вот мне самых, ну не знаю, нравящихся, называется «Кот Равина». Не смотрели? Mm-hmm. Да вы что, ну, ай. Хотя он в русском прокате не был, но есть озвучка на русском. Он на французском, ну, на своем родном, да, значит, на английском есть. На английском, кстати, очень хорошие звезды озвучены, потрясающие. А русский немного туповато перевод, к сожалению, сделали, но понятно все, как бы, и вот. Есть с русскими титрами, не поленитесь, посмотрите, я просто обожаю этот мультик, называется «Кот Равина». Вот, значит, ну, одним словом, кот, вдруг у него способность стала разговаривать, ну, с Равином, по крайней мере. Значит, и, ну, в Библии же есть пример, да, такой, там, ослица стала, там, с пророком разговаривать, а это кот стал разговаривать. И кот, оказывается, высказал желание принять иудаизм, короче. Равин в шоке, кот тоже, вот, ну, как бы, они как-то выкрутились из этого положения, но классно, мне нравится очень. Я там, я у себя в церкви на эту тему там даже целую пробку там высказал. Вот. Вот, и я православный реформатор, обновленец, вот, поэтому и от нашей церкви, реформаторской, православной церкви Христа Спасителя, вам всем тоже привет огромный, благословение, слава Богу, так что люблю вас всех, благословляю, во имя Господа. Вот, и сегодня, имея возможность делиться словом, я хочу говорить о Духе Христа. Дух Христа – это Дух Святой, Божий Дух имеет разное наименование, да? Вот, допустим, мы говорим Дух Святой, да, это, значит, Руах Кадош, да? Кадош – отделенный, да, значит, Святой. Вот, Руах – это дыхание, дыхание. Дух Святой. Руах Адонай, говорит, да, вот на оригинале, если брать. Дух Господа, Господствующий или Господина Дух. Вот. Руах Элохим.
Элохим – это Бог, да, Рух – Дух Божий. Дух Божий. Вот. Руаха Машиах есть. Дух Машиах, Дух Христа. Дух Христов. Машиах по-арабски, арабский массив, еврейский Машиах, Мессия, Машиах. Это Христос, по-гречески Христос, но по-русски звучит, может, не так красиво, но помазанник, значит, помазанный, помазанный. Вот. И, конечно, это удивительно, но мы тоже называемся этим именем, да, именем Христа. Даже есть песня такая, я в Рязани как-то проповедовал, там, в собрании межконфессиональном. Не просто церковь, церковь так, не деноминационная, а на самом деле там были и баптисты, и писятники, и харизматы, адвентисты. Православных приглашали, но те проигнорировали. Ну, а я пришел. Я один там был в грязи, поэтому я был обречен получить микрофон в руки. Вот. И, значит, мне тоже дали там слово в этом собрании. Значит, ну, и я там сказал пару ласковых, там, благословил их всех, значит, и там мне очень понравилось, значит, что, ну, я сказал, конечно, всем там друзьям, товарищам, что мы семья, одна семья. А, кстати, мне еще пелась песня, она такая очень провоцировала как раз к этой теме. Как же звучит песня? Забыл. Ну, там, нас зовут христиане, а он нас сделал родными, он, Бог нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Не, вот куплета не помню, а вот этот припев, да, мне он нравится. Вот, значит, и там еще на сцену выходили как раз служители разные, ну, не все, но многие согласились, вот, и вот там взяли себя за руки, значит, даже те, кто обычно руки не подавал, как бы, ну, слава Богу, сделали шаг вверх, молодцы, думаю, слава Богу. Ну, я там сказал, что тоже, говорю, что это семья Божья, церковь-то это семья Божья, да, дети. Мы все дочери и сыновья одного небесного Отца, вот, и поэтому, ну, но в семье, говорю, не без батюшки, я там, значит, сказал слово и говорю, что, да, семья-то тоже разные семьи, конечно, бывают, да, в некоторые семьи попадаешь, допустим, там, ну, приходишь, да, и хочется как можно быстрее туда уйти вообще, да, ну, всякое, бывает, когда гнетущая какая-то там, знаете ли, какие-то вихри на враждебные веют, знаете ли, и как-то, ну, неуютно чувствуешь себя. А в других семьях бываешь, допустим, да, и вот как-то сразу располагаешься. Вот даже, ну, не знаю, чувствуешь себя как дома, на самом деле, да, вот, добрая атмосфера, там, не знаю, вообще, ну, все там как-то ладится у них, вот, приятно очень. Вот, и, ну, а семья Божья, она, ну, если так вот брать, то часто была такая скандальная семья, честно говоря. Вот в истории христианства за два тысячелетия ну, повода погордиться очень мало, честно говоря. Больше повода, ну, так, работать над ошибками, исправляться. Семья такая была, что все как бы сами по себе в основном там, и в основном конфликты всякие, и, ну, такая даже эпоха такая, я называю ее такая многовековая эпоха Великой Деформации была. Вот сейчас эпоха Великой Реформации, 5 столетий назад, по милости Господней, началась вот такая эпоха Великой Реформации. Была эпоха Великой Деформации, говорю, деградации. Она была огромной, начиная там с 5 столетия, с 9 потом и до... Ну, до самого 16 столетия там кривая история христианства, она довольно так вот, порой стремительно даже вниз летела. Но потом, слава Богу, вот, началась Великая Октябрьская христианская реформация 17-го года, 1517 год. Мартин Лютер прибил тезисы к дверям собора в Германии, там, в Виттенберге своем родном, в нынешнем Лютерштате, кстати. Вот, и Чарльз Спарджен говаривал, золотопустый протестантский такой проповедник 19 века был, он говаривал, что стук молотка этого монаха пробудил всю Европу. Ну и можем дальше там продолжить мысль Спарджена, что, ну и весь христианский мир, не только Европу, конечно. Вот. И удивительная, конечно, история. Мало-помалу, пусть не так, конечно, быстро, как хотелось бы, вот, порой там по чайной ложке, но все-таки началось. С
со скрипом, со скрежетом, но сдвинулось это, знаете ли, глыба, махина, и кривая нашей с вами истории с того самого 31 октября 1517-го постепенно, потихонечку, поэтапно стала, ну, подниматься выше, выше, выше. Реформация. Есть деформация, а есть реформация. Реформация — это значит покаяние, да? Еврейское слово «тшува» очень хорошо, слово «реформация» как раз раскрывает. Значит, это изменение сознания, греческое метаноя, тоже означает покаяние, тоже очень хорошо как раз раскрывает значение слова «реформация». Это восстановление, покаяние, исправление церкви, работа над ошибками, это возрождение церкви. Удивительно, конечно. И в разных ветвях христианства время от времени возникают такие большие какие-то процессы, порой малые, но вот именно реформации, восстановление, возрождение. Удивительно. Это чудо. Кстати, один из отцов церкви, еще древней церкви, еще третьего столетия нашей эры, Киприан Карфагенский был такой, архиепископ города Карфагена, но он был также и лидером, так или иначе, всей Северной Африки, тогдашней вообще. Вот, Карфаген в то время стал таким как бы духовным центром, ну, если брать не экономически, не политически, а религиозным, но и брать как бы духовно, да, то Карфаген в то время, в третьем веке, он стал центром вообще всей, сердцем как бы Африки, сердцем всей Северной Африки христианской. Вот, миллионы душ, миллионы людей по всей Северной Африке были вот обращены в то время. Вот, церкви наши с вами, да, церкви Божьей, церкви Иисуса Христа было в то время всего лишь 200 лет, вот как бы вот роду. Сейчас, это сейчас мы нам уже 2000 лет, когда было всего лишь без какой-то недели. Вот, но Киприан Карфагенский, он говорил как раз на эту тему, очень интересно. Одна из его цитат, он тоже любил, кстати, такие цитаты, вот короткие. Одна из его цитат, она звучит оригинально: «Ecclesia semper reformanda» – «Церковь непрестанно реформируется». А если не реформируется, то деформируется, деформанда. Вот именно или реформация, или деформация. Нет в христианстве, вот, да и вообще в этом мире, в тварном этом мире, диалектика, да, господа? Нет ничего такого застывшего, статичного, однажды навсегда вот, поставленного, устоявшегося, камни и те меняются. Знаете, не так быстро, как вот, мы можем себе представить, но тоже меняются. Они тоже сейчас, вот, наука нам доказывает уже современные, последние эти открытия, что камни тоже живые, будем так говорить, да? Ну, одно из доказательств — это вот то, что вот, вся цифровая технология, как бы, у них уже есть своя жизнь, вот, своя память и прочее. Вот, и в этом тварном мире все отображает Творца, все так или иначе несет на себе печать Творца, любящего Бога. Деревья, растительный мир, животный мир, ну а наипаче, конечно, человек. Вот. С одной стороны венец, с другой стороны подлец, получается. Вот, и как бы, потому что почти 6 тысяч лет назад началось через нас вот такое в этом мире, что до сих пор расклёбываем. Вот. Но ничего, по милости Господней, если брать вот эту историю, я вот историю христианства, значит, так вот сказал, в графике этом, да, изобразил как бы падение и потом восстановление. А если брать, как говорится, ширше, глубже, больше, всю историю вообще нашей цивилизации человеческой, вот, сколько гомо сапиенс на этой земле обитает, ну, согласно Библии, от Адама сейчас на дворе 5770, какой? 9-й год заканчивается уже. Да, скоро уже будем 80-й год отмечать уже. 5780-й в этом году начинается, так, новомесячие у нас, в конце сентября, не помню, 29-й, 30-й, ну, короче, вот в конце сентября будем отмечать уже, значит, и начало октября, еще 1 октября, кстати, тоже. Вот будет как раз начало месяца Тишрей. Это, ну, как бы по традиции от Адама, от сотворения мира, мы говорим, вот отсчет лет. Есть библейский календарь от сотворения мира, вот мы видим отсчет, это осенний такой Новый год, осенний, да. Потрясающий библейский праздник, библейский, ну, многие христиане подзабыли это, но освежим в памяти, что есть библейский праздник, праздник трубного зова, или праздник труб называется, да? Буквально, если переводить, то
там Йом Теруах, Турах, это буквально не просто труба, а это именно вопящая труба. Это труба, которая просто громогласна, как гром, труба, которая громыхает, как гром просто-напросто. Вот это получается праздник громыхающих труб, как зоба, трубного зоба. Красиво литературно так можно перевести. Праздник трубного зоба, Йом Теруах. Вот, и ну, в народе нашем, да, еврейском, этот праздник обычно мы по-другому называем, да? Как называем? Рош ха-шана, да. Рош ха-шана. Но это такое уже не библейское название, это уже такое чисто народное такое. Рош это что? Голова, да? Ха-шана, ну как бы хорошая голова, как бы начало года, как бы. То есть Новый год. Вот там. Шана това, шана това, шана това. Ну, такие народные всякие песенки такие. Едим яблоки с медом, да? Вот. Там кто-то пошутил, мне там присылали как-то фотографию такую на Фейсбуке, кто-то из друзей. Там, значит, там телефон его и мед, так как кто-то ради такой фотографии, да-да, яблоко, как бы, меду. Классно. Мне понравилось. Но, а вообще-то, значит, библейский, если брать именно библейский, не народную традицию еврейскую, а библейскую традицию, то это праздник именно Машиаха, праздник пришествия Господня. И, в общем-то, это и говорится, что Господь при гласе архангела, да, при трубе Божьей сойдет с неба и так далее. Вот. И не только его второе пришествие, да, при гласе архангела и при трубе Божьей, но и первое его пришествие, которое было вот, почти 2000 лет назад, будем так говорить. Вот, оно, значит, ну, 2000 лет назад, да, оно, значит, было тоже при пении ангелов, да, значит, и при трубах, ну, не, ну, божьих тоже, можно сказать, ну, человеческих трубах, при трублении шафаров этих, при трублении труб этих, потому что историческое Рождество Христа было как раз, получается, ну, по-нашему, в сентябре месяце, вот. Вот, и на 3,5 года раньше, чем это принято считать, вообще-то. Тоже исторический факт интересный. Но самое главное, конечно, чтобы Христос, Он рождался в сердцах человеческих. Аминь. Чтобы Он принимал веру. Потому что, даже если я знаю и все тайны, но любви не имею, то есть Христа в сердце своем, Бога в себе не имею, то все, медь звенящая, кимбал звучащий, все это, нет никакой пользы абсолютно. Вот, и поэтому, потому что 13 глава Коринфянам, это действительно это гимн Иисусу Христу, гимн Машиаху, гимн именно настоящей любви с большой буквы, а не просто любви как, человеческой или ангельской, или какой еще нет, божественной, Божьей любви. Да, и сегодня хочу тоже засвидетельствовать, конечно, рассказать немного о себе тоже. Вот, и в каком ключе? Потому что, дело в том, что сегодня 28 у нас по гражданскому календарю, да, 28 у нас число, июля, да. И сегодня в православной традиции вспоминают князя Владимира, вот, и крещение Руси. Вот, но я, как реформатор, не считаю это праздником, наоборот, это считаю поводом для, наоборот, покаяния и смирения, нежели там поводом для гордыни, для гордости. Вот, потому что, как говорил великий русский писатель Николай Семенович, да, Песков, еще в 19 веке, по этому поводу он говорил, тогда в Российской империи, тогда же не отмечали торжественно, еще с большим пафосом даже, отмечалось общеимперские 900-летие принятия христианства. Вот, и Николай Песков как раз работал в архивах, работал в монастырских этих библиотеках с рукописями. И он интересовался как раз именно темой начала истории христианства на Руси и первые поколения христианства в Киевской Руси и дальше, домонгольский период. И вот Николай Песков написал такие слова, такая цитата известная его, что Русь была открещена, но не просвещена. Русь была открещена, но не просвещена. То есть крестили, но не просветили. А без просвещения это, ну, как говорил Златоуста еще Иоанн, это простое мытье. Без крещения, без просвещения это ничто. Это просто обряд, просто традиция, просто погружение и прочее. Вот, и о самом Владимире, князе Владимире, Николай Песков тогда же сказал следующее.
он, говорит, князь, стал палачом своего же народа. И он, говорит, принял христианство, но не принял Христа. Принял христианство, то есть как религию, да, но не принял самого Христа. И вот действительно, кстати, Махатма Ганди, интересно, об этом тоже говорил. Ну, не об этом же, но в эту же тему. Там немного другая история, но в принципе хрен редьки не слаще. Это одна проблема, какой-то дух инквизиции, будем так говорить, такой. Вот, и он по поводу британских колониальных этих вот массовых крещений индусов, он сказал такие слова журналистам британским в интервью, что если бы вы, говорит, англичане, пришли к нам без пушек и ружей, а с Иисусом Христом и с Евангелием, то вся бы Индия была бы у ваших ног без единого выстрела. И он сказал, что я не люблю вас, христиан, потому что вы насилуете мой народ, убиваете, грабите, относитесь к нам как людям второго сорта. Вот, значит, но я люблю Христа. Он вот сказал интересную фразу такую, что для меня было очень, ну, как бы, тяжелым таким моментом начать читать Новый Завет, потому что для меня это была книга оккупантов, книга колонизаторов, книга насильников, убийц. Но, говорю, я все-таки пересилил себя и стал читать вот эту книгу. И вот я удивился, насколько Иисус Христос, он близок мне, к сердцу индуса, говорит, но как мне. А, он еще сказал такие фразы интересные у него тоже, очень интересные, что как вот я люблю Христа, но не люблю христиан, говорит. А потом он сказал еще так, что Христос меня больше понимает, чем вы, говорит, англичане, а потом. Сейчас забыл. Там потрясающая мысль по глубине такая была. Кстати, это интервью, да, значит, в Британии, когда оно разошлось, то для многих очень христианских церквей в Британии это было поводом, ну, для смирения, покаяния, как раз вот именно, и многие отозвали миссионеров своих, потому что миссионеры многие работали именно, ну, пользуясь поддержкой, будем так говорить, штыков войск, вот, и расстреливались села некоторые в Индии, которые отказывались принять миссионеров на свою территорию, вот, и выслушивать проповедь. Вот, были уголовные преследования, избиения массовые были вот, простых христиан за отказ принять христианство. Вот, и это все вот, ну, в наше время, будем так говорить, это был 19 век. Вот. Но у нас в царской России было примерно то же самое, даже еще в более жестком масштабе. Забайкалье, Чита, Забайкалье, вот там, допустим, Читинская, Забайкальская, это епархия, вот, Бурятская, АССР, еще в советское время еще было издание, вот, Академия наук СССР, Бурятская СССР издание было, вот, по поводу крещения и христианизации бурятского населения, китайского населения, вот, Забайкалья. Значит, и там вторая половина 19-го столетия, те же самые методики. Миссионеры, священники православные приезжали вместе с жандармами, с полицейскими. Вот, массовая порка была населения за отказ выслушивать миссионера. Вот, отказ принять христианство это в узы, как минимум. Вот, что потом эти вот брянские, орловские карательные батальоны были, которые пушками прямой наводкой стреляли по мирному населению, по селам, которые, ну, не имели даже своего оружия защититься. Они просто расстрел был, а потом штыками добивали раненых женщин, стариков, детей. Вот это вторая половина 19 столетия. Вот. И испугавшись таких массовых репрессий, основная часть бурятского и китайского населения, там Забайкалье, они приняли христианство тогда, были крещены. Вот. И официально Петербург был завален отчетами о том, что выполнили, перевыполнили. Вот. Всех перекрестили, все народы там забайкальские перекрестили. Вот. И жандармы, офицеры получали награды. Вот титулы дворянские там, а эти руководитель всей этой банды прохвостов этих, террористов этих, был православный священнослужитель, архиепископ тогдашний, Милетий. Потом его, я фотографию когда смотрел, его царскую, он не дожил до революции, он умер еще, ну, как раз накануне, перед революцией умер. Вот, дожил, он в глубокой старости умер. И Милетий Рязанский, он был потом рязанским митрополитом. У него вся грудь в орденах вообще. Там
Некуда вешать, знаете, там Брежнев отдыхает вообще. Там может быть только сразу только вот с северокорейскими генералами. Там, знаете, вот прям вот везде, весь в орденах, больших и малых. Там, короче, вот такой и заслуженный, перезаслуженный такой, мама дорогая. Но самое интересное, вот еще вот эти ордена, не знаю, не скажу за все ордена, но многие из них, они политы кровью вот этих народов, потому что многие годы там как раз в Читинской Забайкальской епархии он руководил всем этим парадом, о котором я читал, мне было стыдно вообще. И больно, потому что ну, я православный священнослужитель, я тогда интересовался историей как раз именно православия больше. И мне было не по себе, думаю, вот это миссионерство, вот это вот, да, вот это герои. А, к сожалению, этого Милетия Рязанского, его вот при Алексее II, вот, ну, Кирилла, патриарха, да, Гундяева, был Алексей Ритигер был. Вот при Алексее Ритиге вот этого Милетия Рязанского, митрополита, его как святого канонизировали официально. Вот, и теперь его мощи в Рязани выставляются для поклонения, его иконы везде рисуют, популяризируют. А вот последние где-то лет 5, последних, его иконы теперь по всем епархиям разослали, вот, для почитания, для поклонения. То есть это, ну, все равно, что сейчас, допустим, Чикатило повесить и свечки поставить. Или там, или в Италии Муссолини, допустим, сейчас вот поставили, допустим, да, значит, или Гитлера, или Сталина, или Хо Чи Мина, там, не знаю, кого еще, кого угодно. Короче, поставить, вот, значит, и поклоняться. Ужасно. Вот и дух инквизиции, конечно, это проблема серьезная. Я рассказывал, когда в лекциях по истории христианства об этом, я подробно говорю, но сейчас пару примеров таких расскажу. Из писаний самый для меня пример, это как раз вот из Евангелия. А, не вначале давайте прочтем это. Давайте вместе прочтем, хорошо? Мне вот нравится, да. Вы же не подчиняетесь своим... Мне перевод понравился, интересно. Вы же не подчиняетесь своей греховной природе, а подчиняетесь Духу, да? Вместе читаем. Если только Дух Божий живет в вас, а тот человек, который не имеет Духа Христа, не принадлежит Христу. А можно сейчас перевод синодальный, да? Спасибо. Нет, другой. Синодальный перевод. Да. Синодальный, как его. Синодальный, если слышу. Нет, но... Да, есть моменты, конечно, там сильно дальние, к сожалению, да, есть моменты очень нехорошие в этом переводе, согласен. И даже многие православные священнослужители сами говорят об этом, но при всем, вот, при всех ошибках есть моменты очень хорошо, точно переведенные. Вот, да, спасибо. Но вы, вместе при четыре, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то и не его. Вот. И я специально просматривал вот, оригинальный текст. Здесь очень четко отражено. Вот, сама суть очень правильно отражена как раз именно. Вот. Хотя я люблю также и разные переводы сравнивать, потому что это как бы ну, расширяет сознание людей. Это как бы дает как бы еще грани какие-то. Но а вообще-то на гаджеты свои рекомендую всем, скачайте, не поленитесь, Библию с номерами Стронга. Вот, я часто ну, и оттуда беру примеры, потому что когда опцию включать этого номера Стронга, то там разные издания есть, платные, бесплатные, разные есть уже. Вот, значит, и английская версия, она полная вообще. Если английским владеете, вообще вам повезло не слыхано, потому что там русская, она очень сырая еще, к сожалению, она так и не доработана. Вот английская версия, она очень хороша чем? Там всплывают окошки такие, исторические справки. Рик Реннер, известный здесь проповедник, да, в России, он, значит, использует вот как раз именно вот эти очень хорошие такие исторические, религиозные там исторические справки. Из жизни там Израиля, из жизни, значит, Римской империи, то есть какие слова использовались, потому что сегодня эти слова могут использоваться так, а в те времена они использовались иначе. Допустим, метаноя, да, вот это знаменитое слово, метаноя, греческое, по-русски покаяние, да, покаяние. Вот когда там говорится в Библии везде покайтесь, 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 да, в греческом тексте Нового Завета там говорится метаноя. Красивое слово метаноя, что такое, амбрея, метаноя, что такое. Интересно. А буквально метаноя – это изменение сознания, новое мышление, перестройка. Горбачевская перестройка – это тоже можно как метаноя сказать. Вот. И исторически справочка потрясающая.
это слово, в числе, там несколько моментов есть. Один из моментов потрясающий, это слово использовалось в греческой армии как команда кругом, раз, два. То есть шли в одно направление солдаты, офицер кричал, покайтесь, метанойя. И они раз разворачивались и шли прямо в противоположном направлении, представляете? То есть и уже как бы уже маленькая справочка, но уже так расширяет сознание, думает, да, стоп. Да. Получается, Бог повелевает, как написано там, у кого? У Иеремии, по-моему, да? Иеремияу, оригинально. Иеремияу, мне мя в конце нравится очень. Иеремияу, да. По-русски Иеремии просто. Или Ерема сокращенно вообще. По-старому. Вот еще его послание, там есть такое. О земля, 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 слушай слово Господне. Помните, да? Интересная цитата такая. Три раза. Земля, земля. Нет какого-то космонавта, заблудившегося на орбите где-то. И там земля, земля, земля. Вызываю. Спасите меня. Оттуда ему говорят, повторяйте за мной. Отче наш. Попал парень. Вот так вот. И не вернешься ты на Дестанамерл. Но, знаете, вот, да, и земля слушает слово Господне, и послание к этой земле, оказывается, да, к этой планете нашей, страдавшейся, многострадальной, вот, какое послание? Покайся, покайся, да, значит, кругом, раз, два. То есть развернись ко мне передом, да, к врагу, всем остальным, тылом. Значит, то есть теперь лицом, обрати ко мне лицо свое, получается, да, я же к тебе обращаю лицо, Бог, обращаю к человеку лицо. Вот. И больше того, это не просто лицо такое, ну, как бы такое суровое, как бы там, да, вот, нет, это радостное, улыбающееся лицо, потому что в оригинальном тексте иврита, когда говорится о лице Бога, во многих, в большинстве мест писаний имеется в виду улыбающееся, расплывшееся в улыбке, там еще такой перевод есть, лицо, солнечное лицо, радостное, счастливое лицо Бога, вот, вот перевод самый потрясающий, вот это вот благословение Ааронова, священников благословения, Каэля, да? Я так люблю его вообще, просто обожаю это благословение. Часто и на молитве пою, и даже готов своим благословлять им благословением. Они уже знают, что подходят, уже к морду ставят башки святые, их молитву благословляют уже. Вот. Да, благодаря тому, наш один из этих котов, он вышел благодаря такому благословению, кстати, это отдельное свидетельство. Вот, ну ладно. Вот, и там это благословение, там, значит, слова, что «да благословит тебя Господь, да и сохранит тебя». И там в одном из переводов говорится, что пусть он свое сияющее, радостное, улыбающееся широко лицо обратит к тебе и улыбнется еще шире, как бы, еще больше. То есть, как бы, он и так улыбается, а когда еще ваши глаза встречаются, ваши лица встречаются, он еще больше расплывается в улыбке. Думаю, вообще, думаю, здорово. Какая красота. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Вот, паузу такую сделаем сейчас вот на этом месте. Потом продолжим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Иисуса Христа.
Мессии. Амин. Кстати, это чудо, что сегодня я пою, потому что утром проснулся вообще никакой я. Вот, Егор знает. Значит, я даже написал ему, что у меня был соблазн вообще не приехать сегодня даже. Вчера меня мы посетили, там мы долго, я приехал вообще, чувствую простывших под кондиционерами, распаренный, а потом под кондиционерами. И утром проснулся никакой, сопли, слезы, я не могу, вот так вот с хозяйкой разговариваю так еле-еле, шепотом. Какой проповедовать? Ну, понятно, микрофон есть, но как бы я же... Я не могу себе представить проповедь без пения. Это как борщ без сметаны, ну как птица без крыльев. Это что-то не то, ну для меня это не то. Вот. И я уже, наверное, откажусь, чтобы не позориться. Я буду скрипеть у вас, как прокуренный какой-то, знаете. Вот, значит, а потом уже приеду уже, ну и нормально спою, благословлю. А вот, слава Богу. Слава Богу. И вот и такие приехали, даже сам удивляюсь, надо же пою. Удивительно. Да. Хоть бы что, надо же, здорово. Слава Богу, так что вот Господь дает, да, вот, и вам того же, да, благословляю всех вас во имя Господне, ваших жен, мужей, там, детей, там, родителей, котов ваших, там, что у вас есть, там, все ваше, короче, благословляю во имя Господне, вот, и пусть Бог Всемогущий, Он действительно улыбнется нам, еще шире улыбнется. Когда он наше лицо в ответ увидит, обращенное к нему. Я видел Господа только раз, я имею в виду, когда вот выходил из тела и переживал с ним встречу, вот, подростком еще. Это было давно, это было почти 40 лет назад, и как бы с того времени много воды утекло уже, но мне было тогда неполных 13 лет, и я вырос в семье атеистической, глубоко атеистической семье. Но вот пережил с ним встречу, незабываемую встречу, которая стала таким, знаете, камертоном вот, в моей жизни. Вот. Не только у музыкантов есть камертон, кстати. Да. У художников тоже есть камертон, тоже понятие есть камертон, правда, немного отличается, конечно. Но это тоже камертон, который дает настрой именно на какую-то работу, на полотно какое-то определенное, допустим, там, световой, графический камертон. Вот, и так вот, и я художник просто по своей специальности, до церковной, поэтому мне очень важно образ иметь, вот именно какой-то визуальный такой образ, пример какой-то. И вот я пережил с ним встречу с Господом в момент смерти. Я умер от пневмонии, двустороннего воспаления легких. Врачи поздно определили, вот, а когда определили, было уже поздно. Оба легких отсекли и наступила смерть. Как бы, ну, в принципе, жизнь оборвалась, даже не успев начаться особенно. Что там я пожил там неполных 13 лет. 12 лет только пожил. Вот, как бы, и я-то, мне не говорили, что я умираю. Вообще в советской и постсоветской медицинской практике, к сожалению, значит, традиция не принято говорить о смерти вообще. Это очень плохая традиция. Я служил в госпиталях Америки, в разных штатах при том. И на юге, и на севере, от заснеженных Аляски там, до, значит, жаркой Флориды, от Калифорнии до Нью-Йорка, в очень разных госпиталях, и христианских, и нехристианских, адвентистских, и чисто светских госпиталях. Ну, это не было специально моим посланием, но так получилось, что вот, послужил, ну, добрый десяток, наверное, больших госпиталей. Один из них для меня был большим очень таким благословением, это в Огайо, в Сенсенате. Вот, это большой госпиталь, светский, это не христианский госпиталь, но настолько там пронизано все молитвой, я удивился вообще. Там церкви этого города Сенсенати, они регулярно молитвенное собрание, и там добрая половина всех этих врачей и медперсонала, они вот именно такие, ну, не просто даже христиане, а вот именно такие глубоко верующие. Вот, я удивился, ну, как планировка по-нашему, да, там у них приходят кто-то за час, кто-то меньше времени. Перед началом рабочего дня все молятся. Я прям думаю, вот это да. А мне еще сказали, там есть на каком-то этаже, там русская есть. Думаю, интересно познакомиться. Это оказалось узбечка, Но ее все русские называли там, потому что она, ну, приехала с Союза, поэтому русская там. Она, правда, по-русски не Ферштейн вообще. Ну так, моя твоя, пару слов что-то знала. Вот, бытовой русский. Мама ее, она русский более-менее знала. Она так, девчонка совсем еще. Ну, она там, медсестра. По-нашему получается, да. Вот, значит, и послужил я на разных этажах, и я был впечатлен работой в госпитале, знаете, вот, как капеллан.
А там разные конфессии. Там католик был, священник, приходил, правда, без меня, но тоже приходил. Вот еще протестанты вообще там валом туда приходят. Значит, я пришел, значит, и я-то знал, какие у нас отношения врачи, да, к верующим порой, к сожалению. А там у нас удивительное отношение хорошее такое. Вот, знаете, как коллеги. Они говорят, я в черном халате, но я как коллеги ими воспринимался. То есть мы боремся за одну душу. Просто по-разному. Они там со скальпелем, как говорится, да, значит, там, или с чем-то еще там, с препаратами, а я с молитвой. Но у них понимание четкое, что мы делаем одну работу. Вот это, да, для меня было так потрясающе вообще. Этот отделение этой интенсивной этой терапии, у нас обычно там сбоем, даже родственникам не пробиться. А там, если священнослужитель, капеллан, все, дверь открыта, пожалуйста, молишься. Вот это, да, здорово. Ой, и... Ну ладно. А, и мне что понравилось, что отношение к смерти совсем другое. Не как вот советская школа медицинская. Нормальное отношение. То есть там, понимаете, да, есть понимание, что смерть это враг, конечно, но там четко сразу говорят, примерно, столько-то жить, допустим, или вот там не обманывают человека, не говорят там, что там, значит, там лапшу на уши не вешают. Вот сразу примерно месяц, допустим, остался там жить там, или что, или там, или день там, или сколько часов, допустим, исходя из их показаний, допустим. Притом довольно часто они не ошибаются, а четко прям говорят, вот сколько осталось на самом деле. И человек реально он в состоянии и, там, и о завещании подумать, и о душе подумать, и помолиться, там, значит, там, и, то есть, как бы, вообще, ну, мне так понравилось, и удивительно, конечно. Ну, а я умер не так. Я умер в Союзе Советском, и как бы нам не говорили о смерти вообще ничего. Даже буквально за 2-3 минуты до смерти я не знал, что я умираю даже. Представляете, я даже не знал, что я умираю. Хотя они уже, врачи прекрасно знали, что все, у меня шансов никаких нет, оба легких отекли у меня, отекают. Вот. Я хрипел, свистел, но я понимал, что что-то не то. Вот. Не просто заболел, а вот реально помираю. И цепенящий ужас такой был, меня выдавливало стало из моего же тела. Выдавливало из меня же самого, я был вообще в шоке таком, что я же не знал, что есть там, я даже не имел таких голливудских извращенных пониманий о духовном мире, вообще никаких, ноль. Я не знал, что есть душа там и прочее, никаких теорий религиозных не знал абсолютно. Ни мусульманских, ни еврейских, ни христианских, никаких. И меня стало выдавливать, знаете, как из тюбика пасту выдавливают, из ног, наезжает какая-то такая невидимая штука, огромная такая, ледяная. И я понимаю, это смерть, и она давит так, неумолимо вообще. И все выдавливает, я понимаю, сейчас она додавит до конца сюда, и все, меня не будет. Я перестану существовать вообще. Я это понял, четко. И хотел кричать, но даже кричать не испугался. Знаете, прям как парализовал страх меня такой. А страх это одно, а второе мысль была, ну что кричи, не кричи, как бы все. Что ни врачи не помогут, ни родители не помогут, вот никто не поможет. Такие взрослые мысли были. Ну, не буду всего рассказывать, там на YouTube есть, кстати, вот там вот подписались. Вот. Мой подписчик новый сидит как раз в зале. Так что и вам всем рекомендую, не постесняйтесь, заходите, архиепископ Сергей Журлев, ну, ваш покорный слуга. Вот, и на YouTube там канал. Последние годы я его так раскручиваю, там регулярно видео всяких, правда, много лишнего может. Ну, короче, все, что есть, я туда все. Даже котов поместил. Всех, короче, все, что надо, не надо. Вот, значит, и, ну, самое хорошее.